Решение покончить с собой редко-редко бывает мгновенным. Как правило, в предшествующие самоубийству человека дни и часы можно догадаться о том, что с ним происходит. Имеются предупредительные признаки. Самые убедительные и тревожные признаки выражаются в словесной форме: «Я так больше не могу», «Мне теперь все равно», или даже «Я думаю о том». Чтобы покончить со всем этим, такие замечания следует всегда принимать всерьез. Другие типичные признаки суть: настроение человека становится подавленным или он замыкается в себе. Человек ведет себя безрассудно, человек приводит дела в порядок и раздает свои ценные вещи, поведение человека, его отношение к людям или его внешний вид заметно меняется. Человек злоупотребляет алкоголем или наркотиками, человек перенес тяжелую утрату или его жизнь резко изменилась. Ниже приведены дополнительные примеры. Все они могут быть признаками того, что человек обдумывает самоубийство. Конечно, в большинстве случаев эти ситуации не приводят к самоубийству. Но, в общем, чем больше таких признаков человек обнаруживает, тем выше риск того, что он покончит с собой. Ситуации: человек подвергся сексуальному или физическому насилию, самоубийство или насилие в семейном анамнезе, смерть близкого друга или члена семьи, развод или разлука с кем-либо. Прекращение отношений, неуспеваемость, предстоящие экзамены, результаты экзаменов, потеря работы. Проблемы на работе, предстоящий судебный процесс, недавнее тюремное заключение или предстоящее освобождение, особенности поведения, плач, драка, нарушение закона, импульсивность, самоповреждение, писание о смерти или самоубийстве, предыдущее суицидное поведение, крайности в поведении, изменения в поведении, физические изменения, слабость. Недомогание, нарушен сон, человек спит слишком много или слишком мало, потеря аппетита, внезапная прибавка или потеря в весе, учащение легких заболеваний, изменение полового влечения, внезапное изменение внешности, отсутствие интереса к своей внешности, мысли и эмоции, мысли о самоубийстве, одиночество, отсутствие поддержки со стороны родных и друзей. Человек чувствует, что его чуждаются, чувствует себя маргинализованным, глубокая печаль или вина, человек не способен понимать что-либо, выходящие за пределы очень узкого круга вещей, галлюцинации, тревога и стресс, беспомощность, потеря самоуважения.